Ужасы! Примите сидячее положение. Держитесь крепче. Сделайте глубокий вдох. Вас ждет новое мультипликационное шоу. Сталкиваются мультфильмы и комиксы. Идем дальше и переворачиваем страницу. А вот и наши друзья Генри и Джун. Эй, ребята, я Генри, а это Джун. И вы смотрите очередную серию Кабама! Как вы видите, самые забавные моменты нашей программы спланировать заранее нельзя. Это кабла ошибки. Вот где можно посмеяться. А сейчас мы покажем вам самые смешные кабла ошибки, глупости и брак. Запускайте. Вы помните свое имя, а Генри нет. Привет, я Гарри. Нет, неправда. Я Генри. Вырежем. Если вы думаете, что он забывает лишь свое имя, взгляните на это. Ну а сейчас удивительный случай, когда Генри вел себя как последний идиот. Почему все про меня? Правда? А я и не заметила. И вовсе не смешно. Смешно. Почти так же, как бывает команда вперед! И не говори. Место действия – штаб боевой команды, где шеф внезапно объявил тревогу. Внимание! Мне только что сообщили, что из сумасшедшего дома бежал Ералаш. Значит, он снова будет охотиться за нашей командой. Будьте внимательны и осторожны. Смотрите, ребята, какие странные коробки. Это моя! Это моя! Моя! Что это? Ух ты! Гадость. Я думал, конфеты. Что за идиот мог прислать нам весь этот мусор? Ералаш! Рад, что мы снова встретились! Боевая команда, вперед! В ролях здоровяк, суперсильный и суперголый. Девочка-молния летает быстрее ветра. Водолаз-вонючка, бывший морской офицер, противным характером и запахом. И человек-смола, он может плавиться. Сегодняшняя серия называется «Месть Ералаша». Наши герои уже встретились с этим пережитком прошлого. О нет! Ералаш, что тебе от нас нужно? Вы испортили всю мою жизнь! Когда я был вашим бухгалтером, и настало время отдавать штраф за неуплаченные налоги, деньги взяли с меня! Вот так вот! Двоечник из мединститута меня изуродовал! Ой! А-а-а! Из-за вас, боевая команда, я стал уродом! А это несправедливо! Знаешь, мне надоело слышать, как люди кричат, что им плохо живется! Сами виноваты! Хотя тебе в жизни и вправду не везло! Ералаш,
Я же тебе ничего плохого не сделал. Смотри, я тоже не красавец. В этот же день в сверхсекретную лабораторию «Большая кухня» пришла посылка, адресованная Биллу. Папа, смотри, что я сделала на занятиях по труду. Молодец, милая. А теперь беги. А можно я останусь и тоже стану ученым? Нет, Кворки, это опасно, а ты еще так мала. Иди займись балетом. Ладно, но я его так ненавижу. Помочь? Билл, приятель, ты должен нас собрать. Я чувствую себя шалтаем-болтаем, свалившимся со стены. Шеф, я ничем не могу помочь. Ты и мне так говорил, но я выжил и пришел отомстить. Ералаш, тебя разрубило на тысячу частей. Я ничего не мог сделать. Хватит нести чепуху. Подумай-ка лучше, как вымолить у меня прощение. О нет, на помощь. Не бойтесь, друзья, я вас соберу и докажу папе, что я тоже ученый. Давай. Молодец. Быстрее, Кворки, спаси нас. Прошу тебя. Пощади. Пощади меня. Неужели Биллу настал конец? Успеет ли его дочь восстановить боевую команду? Смотрите продолжение увлекательного фильма «Боевая команда, вперед!» Ералаш сводит меня с ума. Конечно. Благодаря подрисованному дыму это видят даже наши зрители. А я больше не сержусь. Теперь у меня есть идея. Ну, конечно, Джун. Чтобы это показать, герои мультиков часто прибегают к помощи лампочки. Итак, Джун, что ты придумала? Два слова. Я забыла. Как видите, думает Джун не слишком быстро. Да? А ты? Ну ладно, смотри. Упал под тяжестью мыслей. А у меня новая идея. Посмотрим Боба и Прометея. Прошу вас. Сейчас вы увидите секретные материалы. Эта видеолента записана пришельцем 900 тысяч лет назад при помощи камеры с дистанционным управлением. На ней запечатлены попытки обучить пещерного человека. Кодовое название кассеты – Боб и Прометей. Кассета 49. Дойка.
Конец. Hey, Goblamsters, keep your tushy on the cushy. Still to come, life with Loopy, the offbeat. And when we return, more Action League Now. Right here on Goblam! Goblam! Боевая команда вперед! Бухгалтер изуродован. Боевая команда растерзана. Билл должен быть разрублен. А мы продолжаем. Ералаш, постой! Подумай, что ты делаешь! Подумал! И мне это нравится! Не торопись, Ералаш. О, нет. Взгляните на меня. Вот это ужас! А по-моему, милая, это самовоплощение красоты! Да, Билл? Я хочу поговорить о твоей дочери, Франкенкворке. Моя любимая, моя судьба! Пойми, мы созданы друг для друга! Отойди от меня, мерзавец! Пюре из Ералаша. Папа, у меня получилось! Будем работать вместе! Я ученая Кворки. Кворки, я ошибался. Ты преподала мне хороший урок. А где остальные члены боевой команды? Ты имеешь в виду запчасти? Я их выбросила. Ты сам говоришь, рабочее место должно быть чистым. Ах ты мой ученый! Кворки! 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 Конец. Слушай, Генри, как называется место, где стоят старые и разбитые машины? Как? Гараж Ералаш! Может, хватит тратить время? Do you have any idea how much animation costs per second? I'm sorry, Henry. You're right. But let me ask you something. What do you call a cross between a boll weevil and a Patriot missile? June, which part of no more jokes don't you understand? It's not a joke, Henry. It's right behind you. I was just curious about what you'd call it. Hi, I'm Larry. Hear that? That's the sound of my sister Loopy not driving me crazy. But if you think my life's always this peaceful, you should have been here last Tuesday night when I was trying to get ready for my stupid school field trip. Larry, Larry! I'm a Viking cheerleader from Venus! V-I-K-I-N-G! Lame brain Larry can't catch me! You're going to lose your voice if you're not careful. Well, Loopy should have listened to what Mom had to say, because the next morning, her voice was gone. Lost your voice, eh, Shrimp? Well, why don't you go look for it? Now, most people wouldn't have taken that kind of advice too seriously, but Loopy's not most people. Hello, little lady. Welcome to the Lost and Found. What can we do for you? Oh, lost your voice, have you? You've come to the right place. Can you give me a description? Oh, right. If you could do that, you wouldn't be here, would you? Tell you what, we'll lend you a new voice until we find your old one. Try this on for size. Mio neved, mio shaga, kars meni hoza mamo? The voice I'm looking for is Chattering Chipmunks. This isn't talking, it's squeaking. Don't get your tonsils in a tizzy. How about this one? Ooh, baby. Now I'm talking the language of love. Very soulful. It grooves.
Okay, now, let's have that description of the voice you lost. Well, it's bad and beautiful and looking for love. See, I ain't been treating my baby right. Sounds like that voice we had in here this morning. Well, lay it on me. We gave it away. To an opera singer. My voice is singing opera? You'd better hurry if you want it back. The opera's leaving town after today's show. Meanwhile, I was wishing the opera had left town yesterday. Because there I was, front row center at the field trip flop of the century. Then, all of a sudden... Loopy? Hey, sweet thing. Give me my voice back. Scram, Loopy! I found someone who takes better care of me! Please come back, baby. Loopy misses you so bad. I'm gonna give you a TLC from now till eternity. You promise? Cross my heart, baby. Seems like you two want to be alone, so why don't I split this scene? Ooh, come on, baby, now. Do that funky thing. Lay that opera on me. The groove just makes me sing. So thanks to Loopy, I gained a new respect for the opera. And Loopy gained a new respect for her voice. I just hope this peace and quiet can last forever. Boy, that life with Loopy was... You sounded just like me. Boy, that life... You. Playing dork ball. It's called paddle ball. It's called stupid. Ha! That last ha always gets me. They never stay, never stay small, and the populace don't like them at all. But that's okay, life is sweet. Семья чудаков. Мне надоело быть дураком. А нам ты таким нравишься. Правда, Сентябрь? Без комментариев. Я больше не хочу быть неудачником. Нельзя просто так стать другим, Август. Вот увидите. Смотрите, крутилка 5000. Я похудею и стану крутым, как Элвис. Он нравится мне все больше и больше. Я еще не включил Рапунцель. Прости. Я поставил крутилку на 5-й уровень. А сейчас включил? А как же малышка-шалунишка? Как? Как делишки, малышки? Это Август! Да, но он как-то изменился. Стал крутым. Смотрите. Ну, просто класс! Это еще что, крошка? Поехали! Что, повеселимся? Что с тобой, детка? Мы хотели позвать тебя погулять. Нет, Бетти Энн, теперь я крутой. Пошли, ребят. Жаль,
жаль, что Август так изменился. Очень жаль. Ничего, Август вернется. Ему скоро надоест с этими воображалами. Мы шикарно провели время, Август. А что будет дальше? Дальше самое интересное, ребята. Игра в мяч. В мяч? Кому нужен этот дурбол? А мне это нравится. Мяч не соответствует параметрам крутого парня самоуничтожения. О, нет. Постойте-ка. Август совсем не так крут. Да он нас всех просто обманывал. Дурак, он и есть дурак. Август, ты вернулся. Я все испортил. Теперь они ненавидят меня еще больше. Я дурак. Даже если это так, мы тебя любим. Правда? Да. И ты тоже, Сентябрь. Да, но мне платят. Ребята, вы лучше. Конец. И на этом наше замечательное мультшоу подошло к концу. Да, это было здорово. Все прошло как по маслу, Гарольд. По какому еще маслу? Это не просто масло, Генри. Это масло Гарольд. Не только мажется на хлеб, но и светится в темноте. Что? Я представитель фермы. Мы делаем лучшее масло. Джун, ты меня удивляешь. Мы же ведущие Каблама и должны... Эй! О, нет. Выключили свет. Как хорошо, что наше масло светится в темноте. Да и вкус у него в темноте лучше. Джун! Генри, масло от тебя тает. Ну ладно, прости. Обещаю, больше никогда так не делать. Спасибо. До новых встреч, ребята. До следующей встречи на том же месте в тот же час на Каблам Шоу. Авторы идей: Роберт Митенталь, Уилл Макроб, Крис Вискардин.